Итак, стихи Инны Кабыш. Это очень известное стихотворение. Называется «Варенье в июле». На это стихотворение многие написали музыку. Поэтому я как бы его обходил стороной, пока у нас не наступили одни из последних, так скажем, выборов. Я понял, что все-таки я вернусь, пожалуй, к этому стихотворению и сделаю свое музыкальное решение. С мужем, уж тут не намерен, конечно, с любовником тайно бежать. Иначе зачем тратить сахар? И так ведь с любовником сладко, к тому же в дому его тесно, и негде варенье держать. К тому же в дому его тесно, и негде варенье держать. Что же будем варить в июле?